Петербургский экономический форум сменил свою прописку. В этом году самолеты с участниками приземляются чуть ли не на саму площадку мероприятия. Павильоны экспоцентра буквально в 15 минутах езды от аэропорта Пулково. А место под выставочные пространства стало больше в 2,5 раза. Впрочем, увеличилась не просто площадь форума, с каждым годом растет и число участников. Тысячи бизнесменов из 65 стран мира, делегации из 74 регионов России, в том числе и Краснодарского края. Делегацию возглавляет губернатор Вениамин Кондратьев. К слову, у Кубани здесь есть свой стенд. Уже прошли первые переговоры. Мы видим заинтересованность по развитию сетей, в первую очередь торговых сетей на территории края, по развитию производств. Обсуждаем проекты в области биотехнологий, в области информационных технологий. Встречаемся с компаниями, готовы реализовать разработку программного обеспечения на территории края. Также запланирую ряд встреч с компаниями, планирующими размещение производств пищевых продуктов на территории нашего края. Вениамин Кондратьев сегодня принял участие в ключевых мероприятиях саммита. Глава края провел на форуме презентацию региональных промышленных парков. Краснодарский край на экономическом саммите представит проекты двух государственных промпарков. Это Восточная промзона в Краснодаре и Индустриальный парк в станице Павловской.